соединение со спутниками установлено. Продолжайте движение 45 километров. Так, подождите, у меня термос забыл.
слышишь меня? Поехали.
Thank you.
российским. Бесплатные билеты также обещают по-прежнему выдавать безработным грекам. Цены на билеты в музее активно вынуждены повысить, чтобы избежать других полезных решений, вроде налога на частные. Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье. Сегодня в студии говорим про американскую космическую программу. Ваши СМС, ваши вопросы я вижу. Некоторые буду обязательно зачитывать уже точно в первую очередь. Программа номер, напомню, +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван и сайт f.msk.ru. Там, напомню, есть и сетевизор, чтобы посмотреть на нас. И можете там же специальную форму. Потому что у нас в космосе такой отрасль есть. Я все ждал, когда же появятся эти обвинения. Конечно, у нас есть и космическая промышленность, у нас есть и автомобильная промышленность, правильно? У нас есть электронная промышленность. Но так чем мы хуже Германии с ее Мерседесами, чем мы хуже Японии с ее Сони Тошибами, правильно? Не надо русофобствовать, не надо принижать наши достижения. Все у нас есть. У нас есть до конца эфира 25 минут, и сам Альберт, который нас обвинял в русофобстве, он призывает меня исправить вас в сторону позитива и патриотизма. Начинайте, я готов. Я пока не придумал, как это сделать, но время опять же есть. Если у американцев планируется такой праздник, это 12 апреля. Они отмечают и День независимости, и День Колумба, и День президента, и так далее. То есть есть у них эти праздники, но вот с космонавтикой они с астронавтикой не связаны. США настроены на сотрудничество с другими странами в будущем? Мы говорим о космосе. В принципе, да, конечно, но в первую очередь речь идет о Западе, Западе для нас. Да, конечно. Ну, для них тоже западные. Хотя нет, это восточный наш. Да, ну, земля круглая, знаете, самая пуска. Географы разберутся. С политической точки зрения,
конечно, это западные сотрудники Соединенных Штатов, поскольку принадлежат одной международной организации. Дело в том, что сотрудничество в области космоса – это взаимодействие в сфере технологий двойного использования, которое предполагает очень высокую степень доверия между государствами. Ну а какова эта степень в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, я думаю, комментировать сейчас излишне. Ну, поправьте меня, если я не прав. По-моему, несмотря на санкции, у нас же сейчас сотрудничество какое-то остается. Ну а как? Между Роскосмосом, НАСА, конечно, конечно, так же. Ну что, Роскосмос в данном случае политика оказалась замкнута. Внутри международной космической станции, не пытаюсь, надо оттуда, чтобы взять пилу и распилить, там сказать, вот это ваш сегмент, это наш сегмент, все, и называется игрушки, и потому что это много больше. Одно женщина до двоих, мы с вами в перерыве говорили. Пятерых. Там еще просто Япония, Канада, Европа. Одно вот это женщина на несколько стран и держав. Оно до 2024 года. Будем молиться, что станция долетала до этого срока. Это просто отлично. Пролонгировать ее соцслужбу больше не получится. Ну, видите, в общем дело. Конечно, в принципе, и мир до сих пор мог бы летать. Но пришлось бы каждую неделю посылать туда корабль «Прогресс» с гайками, ключами, с гаечными, с ремонтными бригадами. То есть эксплуатация станции стала бы запретительно высока. Вот только по этой причине МКС рано или поздно сойдет с орбиты. А так не может быть бесконечно, если не существует. Ну, конечно, у них это Марс. У них это Марс. Это создание пилотируемого комплекса для полета к Марсу совершенно верно. Подождите, а чтобы вокруг Земли вращалось? А зачем это нужно? Подождите. Зачем? Нет, самый такой вопрос от дилетанта. А зачем сейчас там МКС? МКС сейчас там нужно, потому что эта станция является своего рода тренажером. Которая выступает в кооперации по данной программе. То же самое произойдет в Соединенных Штатах. Все, другими словами, люди могут совершил в 1994-1995 году 437-суточный полет российский врач-космонавт Валерий Поляков. То есть для нас это уже все в прошлом, вот эти длительные полеты. Поэтому Международная космическая станция нужна была, конечно, Соединенным Штатам для того, чтобы приобрести опыт длительных пилотируемых полетов. Опыт эксплуатации пилотируемых комплексов на околоземной орбите в течение длительного времени. То есть тут надо было решить. И американцы, в общем, научились их решать.
например. Они уже сказали, что они будут на дистанцию строить. Но мы их к нам позовем. Они пойдут? И не пойдут? Вот почему? Это в Бразилии, мне кажется. Да нет, как-то, вы знаете, Бразилия, ну вот Сантало не бразильский. Как у нас, и все как-то Бразилия. Мне нравится. У Китая своя станция. Индия, это нет как-то. Индия сейчас вроде строит свой космический корабль. Не слышал я, чтобы она собиралась подписываться миллиардами рупий под совместным с Россией проектом космического корабля. В принципе, все, что можно было получить с околоземной орбиты с помощью договоренных орбитальных станций, числе, я имею в виду человечество, уже получили. Мы научились летать в околоземном пространстве в течение длительного времени. Мы научились проектировать орбитальные комплексы, мы научились их собирать, мы научились их эксплуатировать.
Гармонизация.
отношений между государствами. Ну, правда, это тема для другого разговора. Поэтому я не хочу сказать, что все плохо. Что-то еще осталось со стороны действий, из которых может разгореться пламя, но обязательно нужно этого нет. Значит, это по сути фиктивные какие-то игрища, это мы все публиковали в прессе. Публично это все обсуждалось. Эти все цифры, выкладки общеизвестны. Но вместо того, чтобы разобраться, и используют прокуратуру, правоохранительным образом. Этого не было сделано, продолжалось. Поэтому фактически не констатируют, что у них подобные размеры, только можно исключительно. Скажите, что вы в дальнейшем намерены делать? Мне тяжело, что это не так много.
сегодняшний момент мы, первое, сделали дополнительные документы и передали их в Следственный орган. Разбивной был на дело. Мы работаем в тесном контакте с прокуратурой и подали 4 из, которые уже признаны в исполнении. Извините, к рассмотрению. То есть мы восстановим законы, вне всяких сомнений, в течение этого времени. Я убежден в том, что мы, как и летом, восстановили законы и вернули потерянные в эксплуатации надежные профессиональные руки и более выпускать такого просто невозможно. А как вы не допустите этого, если это уже вот 5 раз вы говорили в начале программы, что 5 раз произошел закон? Мы считаем, что нужно рассмотреть вопрос о деятельности некой организованной чиновной уголовной группы, аналогично, как это сделано было недавно с нами. Скажите, а вот как это получилось, что у вас не сложились отношения с Кусмухом? У нас никаких мер сложений с властью не было. Подскажите, а в чем стоим? Что случилось? Понятно. Спасибо большое. Мы будем следить за этой ситуацией, как только что-то изменилось. Ребята, стоим, то, что здесь гамар, кузов нам отвалился, ебаный рот. Чем закончится данная история? В каком районе примерно? Ну что, на Поднепровье? Ремонт идет, блядь. Сука, одна полоса, нахуй, занята этим КАМАЗом ебучим. Понятно. Общий тариф отпускной. Общий тариф 1115, максимум 1243. Продолжение рассказали. Спасибо большое. Реклама. Сегодня я сделал вклад в банк Югра и не прогадал. Теперь у меня есть премия. Югра. Сделал вклад, получил подарок. Торопитесь, количество подарков ограничено. Акция действует до 31 октября 2015 года. Подробности на yugra.ru. Бао, банк Югра. Мы гадали, ну прямо поехали. Может, биологически активная добавка не является лекарственным средством. Городской квартал Норд Перезиденция. Хорошая атмосфера. Телефон 700. Там же у нас.
да? Обязательно говорю, прям. Прямо или направо там стали? Направо. Отстрел, да? Да-да-да. Понял, спасибо. Там идите, холодно, да что, не убрали все там в команде? На 7 честненьких в 9 канале или как? Осадки, гололедица. Ветер западный 3-8 метров в секунду, сообщает центр по области плюс 5-10 градусов. Атмосферное давление будет расти, составит 764 миллиметра. Я просто была на резиновый вопрос, сейчас по радио сказали. Будешь какой-то спортивный костюм, взял палку, блядь, и разрулил ее за полчаса, это плоть еще огромная. Федерико Шопен начинается в Московской консерватории. В малом зале прозвучит первый концерт, куда вошли натюрные этюды, мазурки, баллады соль минор и другие произведения, созданные с 1831 по 1833 годы. Начало концерта в малом зале консерватории в 7 вечера. Проезжая часть. Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко. Как правило, пожарный автомобиль живет дольше обычного грузовика, и весь его трудовой путь окружен доблестью в глазах обывателей и заботой... Да что, он тут ёбнет? ...расхлябанный... Речь... Набрал 020, картина та же самая. Нам уже эту информацию передали,
Сейчас мы позвоним начальнику ГИБДД, и он что-нибудь сделает. Если у вас эту информацию заподавали, вы уже должны были позвонить. Мы пока не смогли, так что сейчас будем принимать меры. Спасибо вам, Вроде кричали, что растолкали, сейчас поедем. Вроде вот, значит, не
убрали, убрали. Едем, ребята, едем. Дернул, блядь, с места надо. Все, он уехал на площадку. Так что, сейчас нормальное движение сюда идет уже. Опора и будет по стрелку, по стрелку. Будем позволять на железнодорожном перейти там, да, на мосту. Да, да, на железнодорожном мосту. Убрали, сейчас будет движение. Через 350 метров поверните направо. Движение есть. Продолжайте движение 100 километров. А что у них там звонков нет, у них лампочка моргает. Tony!
него там получилось, КамАЗ какой-то замок, чтобы, блядь, подрамник свалился. Нет, просто он не спал, потому что уж как-то не там сорвало, говорят.
ДПС. В службе наличия документов не отрицают, но объясняют, что разрешение было неправильно исполнено. Подожди, ну я так понимаю, что если мы везем на личных целях, я хочу привезти кусочек сыра, то я могу его привезти за рубежа просто, то что я могу кусочек сыра сказать через интернет, правда нет? Тебе что, российской газете оформлено? Я же сказал, через интернет, что ставить этому требованию, вообще не нужно. Интернет-торговля исключительно действует. Понятно.